Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам бы хотел показать крутой фьюз новых новогодних питомцев, а именно вот из таких питомцев можно будет сделать 100% шанс выпадения вот такого питомца, то есть волка, если что, это самый сильный легендарный питомец на данный момент. И также из них можно будет сделать вот такого оленя. Вот, конечно, он по силе слабже, но вдруг вам пригодится. И, естественно, из этих оленей уже можно будет сделать, опять же, вот этого самого сильного волка. Также перед началом хотел бы объявить о начале конкурса. Хотел бы я разыграть для вас вот такого питомца. Для этого все, что вам нужно, это поставить лайк и написать в комментарии свой ник. Естественно, чем больше комментариев напишете, тем больше шанс будет у вас выиграть вот такого питомца. Так, ладно, давайте приступим к нашему фьюзу. Фьюз реально очень крутой и 100%. Значит, смотрите, из 10 вот таких питомцев можно сделать легендарного волка. Давайте мы это с вами сейчас проверим, фьюзим. Как видите, работает. И также из 5 или 6 таких питомцев можно сделать вот такого оленя. Давайте проверим. Как видите, работает. Так, давайте еще 6 штук выберем. Также с определенным шансом вам еще может выпасть вот такой легендарный питомец. Ага. Маленькая проблемка вышла. Мне сейчас выпал вот этот питомец. Ну ладно, в принципе, это не проблема. Его можно будет с оленем зафьюзить, я вам покажу. Вот, ну, короче, в основном из 6 вот таких питомцев выпадает вам олень. По большей степени. Но также есть шанс на вот такого вот легендарного волка. Так, ладно, давайте, значит, проверим фьюз из 3 оленей. Смотрите, берем 3 оленей, и нам 100% выпадает легендарный волк. Как видите, получилось. Еще раз давайте сделаем. Отлично. Как видите, все работает. И давайте теперь попробуем взять того легендарного питомца, который мне выпал. Так, что-то не могу его найти, где он тут. Где-то здесь должен быть. Может быть, даже ниже. Так, что-то я его не вижу. Как он там называется? Старстрафер. Так, погодите-ка. Где он у меня должен быть тут? Может быть, вверху? Да, все нашел. Отлично. И берем 2 таких оленя. Фьюзим. Как видите, получился самый сильный волк. Отлично. Ну вот, в принципе, вот таким именно фьюзом. То есть, берете 3 оленя, фьюзите и получаете волка. И также из 10 вот таких питомцев, эльфов, можно сделать 100% вот этого волка. Как видите, опять выпал. Давайте опять 10 штук фьюзим. И смотрим, выпадет он или нет. Отлично, все работает, все четко. Можете, в принципе, сами проверить. Самое главное то, что фьюз 100%, то есть выпадет он вам со 100% шансом. Питомцев у меня, в принципе, много. Можно даже всех сейчас зафьюзить. Показать то, что реально это работает. И выпадает именно волк. Конечно, выгоднее всего фьюзить волка, чем из 6 вот таких фьюзить оленя. Потому что волк намного сильнее. Ну, почти в 2 раза. Так, отлично. Всех эльфов мы потратили. Остались олени. Оленей у меня тоже очень много. Берем 3 штуки. Фьюзим. Опять волк. Отлично. Давайте до конца проверим. Пока не останется у меня ни одного оленя. Так, иногда вот такая табличка вылазит. Но это ничего страшного. Просто там другого питомца выберите, и у вас все получится. Как видите, я уже раз 5 зафьюзил. И мне выпадает только вот этот самый сильный волк. Это очень круто. Так, все отлично, получилось. Еще фьюзим. Пэтов таких у меня довольно много. А, я думал, немного багнулось, но нет, это просто так питомцы сами встали. Так, еще фьюзим. Отлично, как видите, все работает, все четко. Так, у меня уже место закончилось. Давайте оденем всех.
Ага, так не получилось. Иногда, кстати, вот эта вот кнопочка багует. Видите, я одел, а снять не могу. Хотя здесь должна быть кнопка «Снять», как вы знаете. Но пока что это багует. Может быть, разработчик потом в дальнейшем это исправит. Так, фьюзим. Остается еще, ну, довольно много этих оленей. Как видите, я уже раз 10 зафьюзил, и мне выпадает только вот этот волк, РБшный. Еще раз повторюсь, что это очень круто. Так что, кто хочет именно получать вот этого РБ волка, используйте вот эти фьюзы, которые я вам показал, потому что они очень крутые. Ну, офигеть, конечно, сколько у меня этих волков уже. Это просто жесть. И каждый раз всегда падает волк. То есть вот этот шанс, это 100% шанс выпадения волка. Ну и также из 10 эльфов тоже у вас будет 100% шанс выбить вот этого РБшного волка. Так, давайте побольше снимем питомцев. А, ну все, в принципе, тут мало осталось, отлично. Фьюзим до конца, пока не останется у нас оленей. Все, отлично, последний фьюз. Все четко. Вот сколько раз я зафьюзил, где-то раз 15-20, и всегда мне выпадает этот волк. Очень круто. Ну, в принципе, у меня на этом все. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.